Дороги – это лицо нашего города. И посмотрите сами, в каком состоянии находятся дороги. Состояние улиц областного центра в начале года взялись оценить прокуроры. Проверка показала, исполнение федерального закона орловские дороги ведут под откос. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры железнодорожного района. Проверка касалась содержания и актуальной темы – уборки дорог. Состояние улиц города Орла не отвечает правилам, техническим нормам и требованиям, регламентирующим вопросы сферы безопасности дорожного движения. Механизированную зимнюю уборку уличной дорожной сети города осуществляет МОП спецавтобаза по санитарной очистке города Орла. При этом техника, имеющаяся в распоряжении спецавтобазы, не способна качественно выполнять эффективную очистку дорожного покрытия. Износ большинства машин составляет 95%. Представление с призывом действовать прокуроры направили главе администрации Михаилу Берникову. В мэрии уверяют, первые меры уже приняты. Ежедневно от районных администраций, которые объезжают район, поступает информация в эту рабочую группу о необходимости, значит, оперативного реагирования на уборку тех или иных, значит, площадей. В настоящее время даже было принято решение, значит, и сейчас оно прорабатывается, о том, чтобы Советский район убирала тоже областная дорожная служба. В список оперативных действий попал и график выхода снегоуборочной техники. Все это, так сказать, для большей оперативности. Спецавтобаза, значит, изменила график работы, значит, который позволил бы проводить пересменку как раз в часы пик, а не тогда, когда, значит, можно убирать улицы. Приняты определенные меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам спецавтобазы, которые допустили вот эти вопросы. Наступивший 2015 год для спецавтобазы в плане техобновления обещает быть не менее сложным, чем ушедший. Стоит напомнить, что конкурс, а вместе с тем и львиную долю финансирования на уборку дорог в городе выиграла областная дорожная служба. Пока же городские власти ищут новые подходы в непростом дорожном деле, народ честной негодует. Ежедневные наблюдения жителей выглядят не менее строгими, чем выводы прокуроров. Платим налоги, а дороги все убитые. Надо чистить, а не соли сыпать, мешать эту грязь. Машины портятся, сыпятся. Сыпятся – не то слово, подтверждает слова жителей и директор одного из орловских автосервисов. Дороги мастерам отдыхать не дают. Подвеска разбита у людей. Приезжают с поврежденными колесами, дисками, попадают в яму. Ну, так точно не скажешь, но 3-4-5 человек в день приезжает, когда день на день не приходится. Ну, участились случаи, конечно. На то, чтобы провести работу над ошибками, у городских властей есть месяц, по истечению которого правоохранителям придется предоставить не только отчеты, но и показать эффективность проделанной работы на деле. Ксения Туркова, Олег Фомин, телеканал «Первый областной».